Онкологические обследования щитовидной железы для ишимцев стали доступнее. Если ранее такую процедуру можно было пройти только в Тюмени, то сейчас с пациентами работают ишимские врачи. Закуплено необходимое оборудование, медики прошли обучение. Это исследование проводится под ультразвуковым контролем, когда врач-онколог проводит прицельное взятие материала из узла щитовидной железы с последующим исследованием клеточного состава. И по составу этих клеток определяет, являются ли они доброкачественными, то есть относятся к йод-дефицитным заболеваниям, либо же являются они злокачественными. Большое преимущество для пациентов – время, затрачиваемое на обследование. С учетом консультаций врачей, ожидание своей очереди в областной клинике Тюмени уходило около полугода. В Ишиме же для получения результатов достаточно 2 недель. Пригласили по телефону, позвонили и сказали, пожалуйста, приходите на эту процедуру. Я пришла, ко времени все, и мне сделали все быстро. И никаких, как говорится, затрат и никаких мучений.